penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 секунд. Столько у вас есть, чтобы выбрать свою судьбу. Чао, Роберто! Чао, Роберто! Роберто, расскажи, чем ты занимался дома? Я был госслужащим. Теперь я на пенсии. Я знаю, что такое боль, смерть. Дарю. Помиста. Ва бене. Благодаря этим людям я узнаю, что такое мир. Роберто, это моя жена. Чао. Чао. И я начинаю верить. Чао, Лоренцо. Видишь, ты теперь один из нас. Что именно здесь я и должен быть? Такое происходит во многих городах. Мафия. Она как рак. Лекарства нет. Кто разрешил вам прийти сюда? Тебе нужно научиться не лезть не в свое дело. Тебе и твоим друзьям лучше заниматься своими делами в другом месте. Это угроза? Это предупреждение. Что за часы такие? Ты таких сроду... Я сейчас сдавливаю тебе срединный нерв. С небольшой силой. Стоит увеличить, и ты наделаешь себе в штаны. Похоже, ты понимаешь только язык силы. Мне нравится это место. Вы его у меня не заберете. Я беру все, что пожелаю. Полиция обнаружила много тел на той ферме в Сицилии. Ты убил их? 9 секунд. Я похож на убийцу. Ха-ха-ха.